Очень плотно играют хоккеисты «Спартака» в отборе. Хохлачев, есть у него пространство для игры 1-1. Более того, тут не кстати падает Мищенко. И казалось, вот он шанс. А вот он уже шанс на другой стороне площадки. Рыбар спасает свою команду. Наташ, спасибо. Показывают нам момент, который был у Брако. Отличный момент был у Бориса, чтобы сравнять счет. Но Рыбар не оплошал. Да, прочитал игру Рыбар и блином отбил. И дальше самое главное, Брако еще пытался положить. Да, с отрицательного хотел спину, но Рыбар далеко не выкатился, он сразу прижался к штанге.